Мы вызывали электрика, он нам здесь все типа поправил, направил, но как вода текла, так и течет. А сколько лет так живете? Ну, видимо, уже больше 3. В сырости и влажности, в грибке и плесени, и с давлением 210. Так и живет Любовь Богданова. Нервы женщины уже не выдерживают. Крыша многоквартирного дома износилась настолько, что не спасает даже от небольшого дождя. Влажность очень. У меня вся одежда, это вот я перед вами закрыла шкафы, а так у меня все настежь. Кошке корм ставлю буквально на ночь, корм буквально мокрый. Что вот с крышей? Вся дырявая. Я уже завтра хотела просто договариваться с парнями, просто за свои деньги ремонтировать крышу. Потому что, сами понимаете, жить так дальше нельзя. Топит не только квартиры, но и весь 5-й этаж, подъезд, электросчетчики. Какие только пороги жильцы не обивали, администрацию города, управляющую компанию – все безрезультатно. А ведь от постоянной сырости в подъезде жильцы в шаге от трагедии. Вот такая картина. Постоянно при таянии снега, когда идет дождь. Вызывали в субботу МЧС по той причине, что попала вода в щиток и задымление произошло. Приехали МЧС. Что они тут, по-моему, отключили все. Капитальный ремонт дома запланирован аж на 2026-2028 годы. Вот только ждать люди больше не могут. Коммунальные эксперты советуют жильцам взять инициативу в свои руки и на собственные средства провести специальную экспертизу. Необходимо провести экспертизу кровли. Эксперт должен дать заключение о том, что кровля требует безотлагательного капитального ремонта, и с этой экспертизой выйти на межведомственную комиссию при Комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула с вопросом о переносе сроков проведения такого ремонта. После экспертизы Комитет жилищного хозяйства Барнаула может обязать управляющую компанию «Наследие» провести латочный ремонт кровли или хотя бы соорудить временный шатер до разрешения вопроса о сокращении сроков капитального ремонта. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.